В результате нападения боевиков на католическую церковь Святого Франциска на юго-западе Нигерии погибли 85 человек. Пять боевиков ворвались в здание церкви во время утренней службы и открыли огонь по прихожанам. Также они пытались взять в плен священника. После этого нападавшие привели в действие взрывное устройство. Общественный деятель народа Йоруба профессор Банджи Акинтоя призвал губернатора принять меры и объявить чрезвычайное положение в связи с действиями представителей народа Фулани, которые предположительно совершили нападение.